Антиалкогольные рейды. Активисты партийного проекта «Народный контроль» проверили точки, где, по словам граждан, ведется незаконная торговля алкоголем. Нарушения были зафиксированы на улице Бориса Корнилова. На недобросовестных продавцов сотрудниками правоохранительных органов составлены административные протоколы. Проверили несколько точек. Вот в данный момент мы находимся на одном из этих мест, да, где сейчас в данное время оформляется соответствующий протокол. За продажу алкоголя несовершеннолетнему придется заплатить серьезный штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Особое неудобство работа данных заведений доставляет местным жителям, которые регулярно сигнализируют о том, что клиенты подобных торговых точек, по сути, порой купив алкоголь после 22 часов, употребляют его, как говорится, не отходя от кассы, а после этого ведут себя достаточно социально, громко, нарушают тишину и мешают тем самым добропорядочным гражданам. К слову, народный контроль регулярно проводит рейды различной направленности на территории Нижегородской области, чтобы пресекать нарушения законодательства и привлечь к ответственности нарушителей. Алена Зеленкова, Время новостей.